guten Tag, Damen und Herren. Das ist eine Geschichte. Das ist eine sehr gute Geschichte. Привет, с вами снова Денис Рем. Сейчас мы едем из Мюнхена в Меминген осматривать автомобиль Mini One. Автомобиль стоимостью 400 тысяч рублей. Растаможка этого автомобиля примерно 105 тысяч рублей. Объем двигателя у автомобиля 1,4 литра. И очень маленький пробег. Мы сейчас проверяем краску. По документам у него показано, что крашена левая сторона. Правая сторона нормально. Aber sehr gut gemacht, ja? Нет, только крыло. Делалось крыло на BMW, очень красиво сделано, не видно, что покрашено. пять тысяч пробега в автомобиле. Мотор практически новый. Да, тут даже крышка. То есть проверяем тосол постоянно, есть ли там наличие масла. Тосоли масла. Сейчас поедем, съездим, проверим машину на подъемнике, как она в техническом состоянии снизу. У автомобиля нету летней резины, только зимняя резина на штампованных дисках. Масло теряет? Вот здесь где-то. Вот здесь прям. Вот капля. И прямо тут судно здесь походу заваривать, наверное, будет. У автомобиля было видно, что бежало масло, но это все в порядке. Масло бежит из масляного фильтра, там просто нужно поменять прокладку. А тормоза в порядке, резина в порядке, ходовые качества автомобиля тоже в порядке. Все резинки пыльники. Километров у нас еще бензина. Давай. Конечно, слабый мотор. Клима работает нормально. Шестиступенчатая коробка передач. Главное чувство автомобиля. Автомобиль нужно почувствовать, как он едет. Тянет ли он вправо, влево, переключается сцепление, коробка, мотор. Послушать подвеску. А так по состоянию он для он практически новый. Руль, педали. Они мне всегда напоминают вот эти дворники, как в зиме по 30-м. Сервисная книжка, мини-сервис. Даже видно, как механики трогали грязными руками. Так, мини-сервис, автомобиль. Вот такой он отсюда, он здесь продавался. Вот, как и было, то есть автохаус, GmbH, BMW, мини-сервис партнер, Kauf, ORN. При 16 тысячах замена масла была в автомобиле. Вот масло, фильтр почистили, тормозную жидкость поменяли. В 11 году. Минск году 12 декабря 2011 года. Проехал я на ней. Ведет себя отлично. То есть, ну, мотор, конечно, 1,4, он небольшой. А для одного. Ну да, по Уфе на такой мини-купере будет нормально. Я считаю. Ну что, я хочу сказать, у меня очень-очень положительное впечатление об автомобиле. Я сделал много фотографий. Фотографии вам перешлют. Посмотрите их вечером. То есть так по состоянию автомобиля положительно.
стоит брать. И за такие деньги это недорого, я считаю, за такой мини-купер, за мини-лампу.